Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні у гості до нас завітав Олександр Єгоров, голова Всеукраїнського літературного клубу «Фенікс». Вітаю тебе, Олександр, в нашій студії. Здравствуйте, Ольга. Саш, ти у нас був у програмі у вересні місяці і так дуже гучно проанонсував захід, який відбувся зовсім нещодавно. Це фестиваль-конкурс «Срібного століття силует». Тож хочеться поговорити, отрималось все чи не отрималось, і почати з організаційних питань. Взагалі, чия ідея була створити такий фестиваль для жителів нашого міста? Значить, ідея виникла ще в прошлом году. Значить, ініціаторами це були, в общем-то, всі команди, всі філіали нашого літературного клубу по Україні. Значить, в общем-то, головна ціль цього фестивалю – це донести до людей то, что поэзия в наше время, общение и культура с помощью художественного слова – это очень важно. Взагалі, Фенікс расширяется, так ты кажешь, за да. Филиалы. Сколько уже их в Украине? Сегодня у нас 13 филиалов в Украине. Ничего себе. И керуешь, как бы куратором являешься ты? В общем-то, мы даем нашей молодежи, так сказать, свободу. И каждая область делает какие-то мероприятия под себя. Но, конечно, два раза в год мы собираемся все вместе, видимся и сдаем отчеты. А когда была ваша остальная встреча? Последняя наша встреча была в мае месяце. Потому что мы делаем одну встречу в мае традиционно и одну встречу в середине декабря перед новогодними праздниками. Ну, в общем-то, перед концом года. А какие самые это места? Львов, Одеса, Запорожье, Очаков, Херсон, ну, такие наши города-соседи. Поговорим про фестиваль, сколько особисто ты готовился до него? Значит, к фестивалю мы готовились практически 8 месяцев. Мы немного отдохнули после первого фестиваля, немного подумали, что можно сделать лучше, чем усовершенствовать второй наш уже фестиваль. И, в общем-то, с примерно где-то марта, апреля мы начали уже готовиться к второму международному фестивалю поэзии и искусств «Серебряного века силуэт». А кто тебе еще помогал в организации? В последние месяцы к нам подключились наши депутаты. Это Вячеслав Карцев и Владислав Юнтин. Спасибо им огромное. Это, в общем-то, денежная поддержка, поддержка с помощью... Предоставили зал... Любаров, значит, начальник управления культуры городского, Андрей Палько, департамент ЖКХ также поддержали. Так что, в общем-то, это все наши. Ну, это как писали в социальных мережах, да. Что ты встукал в все двери, так, и тебя почули. А где саме проходил фестиваль? Фестиваль проходил на базе концерт-холла «Юность». Это бывший кинотеатр, ну, Новосляева. А сколько взагалі было участников? Участников в этом году было больше, чем в прошлом, значит, около 45-50 человек в двух номинациях сразу, ну, это я так, в общем, назвал число участников, это были люди с разных городов Украины и наших стран-соседей. То есть из других мест тоже были? Да, да. Зрозуміло. А взагалі, чи був попередній відбір учасників, чи, можливо, якийсь... Кастинг проводився, як обирали? Пока что нет. Я думаю, то, что как минимум до 5-го юбилейного фестиваля мы не будем делать никакие кастинги для участников, потому что поэзия – это не то, к сожалению, к чему стремится наша молодежь. На сегодняшний день, как сказала Влада Владимировна Литовченко, как сказала наша команда, наш фестиваль является единственным в Украине, который имеет такую специфику. А взагалі на яку аудиторію розрахований? Це ж не тільки там школярі, студенти. Ні, звісно. В першу чергу, звісно, це молодіжа, ну і во-вторых, це делається, звісно ж, для наших уже бабушек, дедушек, тому що для них, звісно, ми розуміємо, то, що для них прийти на концерт, посмотрети, як поють рок или поп-музику, пісні, це не дуже цікаво. А прийти, вспомнить свою молодість, то, що читали вони, то, что помнят они, как они росли. Они, это же все их детство, они росли на этих произведениях. Пушкин, Есенин, Франко, Шевченко. Чем цьогорічний фестиваль відрізнявся від минулорічного? Мы добавили новые номинации. Які? Мы добавили номинацию «Вокал» и номинацию «Театральное представление».
Значит, декламация, художественное слово, у нас осталось из прошлого года. К сожалению, в прошлом году это была единственная номинация. На следующий год мы будем добавлять еще номинации. Мы сейчас думаем насчет номинации хореографии, так как это, мы думаем, будет достаточно интересно ставить какие-то номера хореографические на тему Серебряного века, потому что это достаточно неординарно, и в Серебряном веке не так уж много было известных танцоров. Но, в общем-то, к примеру, одна из самых известных – это возлюбленная Сергея Александровича Есенина Айседора Данкан. Це як певна реконструкція, так? Да. Взагалі, яку поезію декламували учасники? Значит, мы участникам предоставили возможность читать поэзию Серебряного века. Ну, мы им чуть-чуть дали возможность, расширили границы. Вообще, Серебряный век является это с конца 19-го до первой середины 20 века, это до 30-х годов примерно. Но мы разрешили нашим участникам читать до 60-х годов. Да, ну, в общем-то, читали поэзию Франка, читали поэзию Есенина в основном, Тільки Блока. це не тільки російськомовна поезія. Конечно, это были и произведения украинских писателей, это были и произведения американских писателей. Мы брали, в общем-то, хронологию вообще всего Серебряного века, мировой литературы, мировой культуры. А як обирали поезію? Чи ти допомагав учасникам? Нет, участники сами готовили свою конкурсную программу, так как я был заинтересованным лицом и знал, что больше, что меньше нравится жюри, как они будут оценивать, то, конечно же, мы участникам не помогали ни иногородним, ни иностранным, ни, в общем-то, нашим николаевским. Олександр, у нас є відео, де учасники виступають, так, декламують в номінацію «Художнє слово». Давайте його зараз С удовольствием. переглянемо. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Надходить ніч, боюсь я тої ночі. Коли довкола світ увесь засне, я тільки сам замкнуть не можу очі. Загиб спокій, і сон мене. Я сам сиджу і рею свої рани, і плачу, і тужу, і плачу, і кляну, а мрії всі летять, біжать, мов п'яні. Ви, ідущі мимо мене, не к моїм і сомнительним чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни, страчены даром. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простое праве предо мной сияло на столе. Не думавши, отшать, а молода, мабуть, без пари, судилась Господу змостить красу і молодість. Мовчали, розсипались і розлилось. І знову в люди довелось проститись в найми? Ні, не знову. Вона вже панна Покойова, уже Марисою звуть, а не Марини. Найбачше сердечний плак не дають. Вона ж сховається. Була представлена номінація «Художнє слово» і конкурсантів хто ж оцінював? Розкажи нам. Значит, у нас было 5 членов жюри. В них, в общем-то, наши члены жюри, это были Нина Александровна Ильина, заслуженная артистка Украины и директор Киевского международного университета, Института телевидения и кино и театра. Также это была Влада Владимировна Литовченко, бывшая фотомодель Мисс Украина 95, бывший советник министра по делам семьи, молодежи и спорта. Сейчас она возглавляет фонд международного культурного сотрудничества Украины. Ну, в общем-то, не буду перечислять все. Также это был профессор-критик, известнейший критик, в общем-то, как и Украины, так и постсоветских стран, Василий Васильевич Неволов, прекрасный актер, сейчас также преподает в университетах и является советником Верховной Рады Украины с вопросов культуры. Также это был и наши актеры и деятели культуры Сергей Гололобов и Сталина Васильевна Лагошняк.
Ну, давай поближче познайомимо наших телеглядачів. Членами журі ось Ніна Ільїна. Да, так? Ніна Олександровна Ільїна. Угу. Да. Великолепний чоловік. Ее фильмы, в которых она снималась, на самом деле, это просто одна из лучших актрис, которыми гордится не только Украина, но и Белоруссия, и Молдова, и Россия. Это прекрасная актриса, и, честно говоря, очень жаль то, что сейчас у нас, к сожалению, кинематограф больше берется за молодежь. Но я очень рад, что такие актрисы, такие деятели культуры, как она, продвигают нашу молодежь, обучают ее, ее великолепные фестивали-стажары, ее великолепный всеукраинский молодежный фестиваль, театральный «Зерки еще зидут завтра». Это просто восхитительная женщина, которая помогает всегда, поддержит. То есть она тебе и помогала в организации конкурса? С советами, да, да. Она, я ей очень благодарен. Потому что в некоторых вопросах нужна была помощь ее, в некоторых вопросах нужен был ее совет, как правильно поступить, как правильно сделать. И, в общем-то, это она помогала, конечно. Чи запрошувала вона тебе до Києва, щоб проводити там? Тому що ти кажеш, що в Україні це один такий, так, фестиваль? На... Да. Значить, на сьогоднішній день наш фестиваль «Серебряного века Силует» являється єдиним в Україні такої специфіки. І от якраз Ніна Олександровна Ільїна і Влада Володимировна Литовченко предложили на следующий 2018 год, значить, щоб наш фестиваль проходив два рази в году. Один традиционно в октябре месяце, потому что Серебряный век, литература и поэзия, в общем-то, 20 века, вся сила ее и хранится в октябре, потому что октябрь, 20 век, это что-то просто сверхъестественное. Ну и, конечно же, они сейчас нам предложили с 2018 года проводить этот фестиваль два раза в году и второй раз проводить его весной в Киеве, возможно, при поддержке Министерства культуры Украины в Киевском международном университете, которым, в общем-то, его держит великолепный человек Хачатур Владимирович Хачатурян. Это директор этого университета, он почетный профессор, в общем-то, Джорджтаунского университета, Сорбонны. Так что великолепный человек, полиглот. Таких людей очень мало у нас в Украине. Я очень рад, что он тоже будет рад принимать нас в своем университете. Ну, у нас є відео, є такий невеличкий сюжетик з коментарями Ніни Олександрівни. Да, Ніни Олександрівни. Давайте зараз переглянемо. Я б хотіла, щоб ті виконавці, які приймають участь в конкурсі, відносилися з більшою увагою і повагою до конкурсної програми. Щоб вони, якщо це срібне сторіччя, всі обов'язково читали срібного сторіччя поезію. Я думаю, що вийти на сцену перед журі з листком папірцем і читати з папірця – це таке неможливо. За таке в конкурсі не можна ставити бали і оцінку. Хоч мені дуже приємно, що все-таки люди приходять і читають, хоч і з папірцем, але вони хочуть читати улюблені вірші. Взагалі, навіть з тих самих соціальних мереж Ніні Олександрівні дуже сподобалось, я бачила багато відгуків. Але ось, бачиш, вона зауважила, що конкурсанти виходили з листочками і читали. Да, чому були таке? Так, були кілька чоловік, я більше всього ставлю це на волнення підростків, на волнення молодежі. Так як я говорю, то, що ми зараз переросли в різні конкурси, які проводяться тільки в інтернеті. Молодежь не використовує свої таланти, не использует, в общем-то, свои таланты в общении, не использует свои таланты в актерском мастерстве, не развивает ораторское искусство. А это очень опасно, потому что, да, интернет шикарно, но, в общем-то, говорить в обществе, выступать на сцене, общаться с деловыми людьми всегда понадобится. И, в общем-то, наш фестиваль, я думаю, у него есть жизнь. Мы будем продолжать его делать не только в Николаеве, но как раз и в Киеве. И мы будем помогать молодежи развиваться и идти вперед, и развивать, в общем-то, свое ораторское искусство в первую очередь. И чтобы они умели преодолеть, переступить через свой страх сцены и публики.
Ну, ось хочу тебе доповнити. Ніна Олександрівна на своїй сторінці Facebook написала: «На такому фестивалі уместно проведення речових тренінгів для учасників і гостей, приглашення педагогів, обучаючих студентів театральних вузів, іскусству слова і актерському майстерству». Тобто, а ти думав створити якісь справді тренінги, акторську майстерність? Тому що, я думаю, багатьом таке було б цікаво. Дійсно, ідеї такі і були. Но мы же не можем добавить все и сразу в один фестиваль. Я надеюсь, то, что наш фестиваль – это, в общем-то, ребенок нашего клуба всеукраинского. А дети сразу не рождаются гениями. Гениями и профессионалами становятся. Поэтому с каждым годом мы будем что-то добавлять новое. Я думаю, через лет 5-10 это уже будет что-то достаточно высокого искусства, то, что к нам будут приезжать не только профессора культуры, не только великие актеры и режиссеры Украины и ближнего зарубежья, а то, что мы также сможем привлекать к себе и режиссеров, и различных деятелей культуры дальнего зарубежья, Европы. Ось Василь Ніволов був присутній, да, член журі. А як він, от як режисер, як драматург, що він тобі казав і... Чи допомагав він тобі взагалі ось в організації, от з боку режисури, можливо? С Василием Васильевичем мы познакомились очень-очень давно, еще в 2015 году. И с первого знакомства я начал им восхищаться за то, что он всегда подробно расскажет. У нас проходил фестиваль в Киеве, как раз у Нины Александровны Ильиной, и дети выступали, и он подробно прошелся по каждому. Сейчас это очень редко можно увидеть где-либо, то, что жюри будут подробно рассказывать о каждом конкурсанте. Вот он именно из таких людей. Когда он приезжал на фестиваль Homo Ludens, когда он приезжал оценивать спектакль «Украденное счастье» в Русский драматический театр, его оценки, они... несут не только какой-то позитив и добро, он скажет и плюсы, и минусы. В общем-то, за этого человека, именно поэтому я его и уважаю, как, может, профессионала своего дела, которым он занимается очень и очень много лет. У нас є коментар від Василя Ніволова. Давайте зараз послухаємо, чи справді йому сподобалось. Вкотре ми бачимо, що не міліє Миколаївська земля, є таланти, гарні дітки, хороші. І мені дуже сподобався і вибір репертуару, дуже гарний, точний, осмислений. І Іван Якович Франко – хороший твір, розуміння, про що читає. А яка ця дівчинка гарна, яка читала Тараса Шевченка, це просто було на такому пристойному, хорошому рівні. Ви знаєте, потрібні такі конкурси. Я вважаю взагалі, що такий рух пошуку таланту, він дуже потрібний. По-перше, це збагачує самих дітей. По-друге, привертає увагу глядачів, які прийшли, доторкнулися, повболівали, послухали, вийшли після цього з якимись хорошими, яскравими враженнями. Це все додає якихось дуже хороших, приємних вражень. Дуже гарний коментар ми почули. Тобі сподобалось? Ну да, в общем-то, я ж говорю, Василий Васильевич прекрасний чоловік, який завжди дасть заслужену оцінку, ніколи не буде ні преуменшувати, ні преувеличувати. І ще про одну гостю хотілося поговорити, про Владу Литовченко. Як вона поставилася до участі, да, щоб бути членом журі в такому конкурсі та ще й в Миколаєві? Для Влады Владимировны, как она уже не раз говорила, Николаев практически город один из родных, потому что тут она защитила свою кандидатскую. Тут она, в общем-то, не один раз была на различных фестивалях. Для нас это был на самом деле очень-очень такой хороший подарок, то, что она согласилась принять участие среди членов жюри на нашем фестивале, потому что этот человек, который не понаслышке знает, что такое культура, не понаслышке знает, что такое искусство. И, в общем-то, для ее такого молодого еще возраста, для ее прекрасно, ну, в общем-то, она прекрасно выглядит, хотя она бывшая модель, то сейчас она
чисто занимается культурой, культурным наследием Украины. И я очень уважаю ее. Я, когда она приехала в Николаев, ну, никто не знал, что будет. Никто не знал, как пройдет конкурс. Но после того, как она дала свои оценки, после того, как мы начали общаться уже вечером с членами жюри и распределять места среди участников, я увидел то, что этот человек действительно профессионал своего дела. Такой человек воспитанный, культурный, я просто восхищаюсь ей действительно, и я очень рад то, что в 2018 году при поддержке ее и Нины Александровны мы проведем этот фестиваль уже в Киеве, и не только прославим наш фестиваль, но и прославим и молодежь, и Николаевскую, и нашу Николаевскую область, потому что этот фестиваль, в общем-то, является таким вот, ну, он был рожден в Николаеве, и я думаю, то, что многие деятели культуры и наш народ Николаевский очень гордится тем, что у нас есть такая молодежь, которая приходит, читает, как я уже говорил на открытии фестиваля, эти люди уже встали с кресла, они пришли в концерт-холл «Юность», они вышли на сцену, побороли себя, да, конечно, нервы были, но все равно, это люди уже, которые заслуживают уважения, это они уже все победители. Конечно, через несколько лет это уже будут более строгие критерии у жюри. Зрозуміло. Конечно, но на сейчас... плани на майбутнє залишимо, а поки у нас ще є коментар від Влади Литовченка. Я сьогодні дуже рада і щаслива бути членом жюрі міжнародного фестивалю конкурсу «Срібного віку Солет», конкурсу поезії і мистецтва. І що мені дуже сподобалось, взагалі, виникнення ідеї проведення такого літературного поетичного конкурсу. Бо дійсно конкурсів в мистецтві достатня кількість. Мені здається, це такий спеціалізований проєкт, але проєкт розрахований на певну аудиторію, підготовлену, звісно, ту аудиторію, яка вивчає і літературу, і мистецтво, і поезію, тих дітей, які в майбутньому бачать себе поетами, літераторами, можливо, театральними діячами. І рівень підготовки дітей і відношення взагалі, на мій погляд, дуже-дуже високий. Я отримала особисто велике задоволення. Скажи, Олександр, учасники, коли дізналися, що побачили таких поважних членів журі, вони стали ще більше хвилюватись? Можливо, це завадило? Ну. Конечно, потому что перед ними, в общем-то, сидели достаточно известные деятели культуры, известные люди Украины и, в общем-то, всего славянского народа. И, честно говоря, да, с некоторыми участниками мы потом уже общались и, конечно, говорили, когда вышли на сцену и посмотрели, кто перед нами сидит, когда мы только представляли членов жюри, уже задрожали коленки, стали потеть ручки и все. Конечно, это был страх. Зрозуміло. А давай поговоримо про вокальне мистецтво. Це Давайте. Ще одна номінація, яка була представлена. Хто взагалі брав участь? В общем-то, это брали только девушки. У нас не было конкурсантов парней. И смотря по жанрам, то я, наверное, был немного удивлен. Конечно, брали и романсы, но в основном брали очень сильную тему, поднимали, так как мы разрешали до 60-х, 70-х годов брать, в общем-то, репертуар, то люди брали тему, военную тематику Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И такие вот песни на самом деле жюри растрогали, и было очень сложно выбирать победителей, потому что каждая песня, которую пели на эту тематику, доводила до слез. Также была девушка, которая взяла... Нина Чернявская ее звали, она стала победительницей в номинации «Вокал». Она взяла очень необычную песню, песню про принцессу, и, значит, эта песня пелась совершенно необычно для 21 века, для исполнителей и эстрады Украины и наших соседей. Такие песни сейчас, ну, к примеру, я давно уже не видел. Она спела это на таких эмоциях, она вытянула голосом таким сказочным. Это действительно как будто мы побывали в сказке. Олександр, давай ще поговоримо. Дуже цікаво про плани на майбутнє.
Що ми далі побачимо, чи буде ще такий? В 2018 году весной мы едем в Киев, приглашаем наших николаевскую молодежь поучаствовать в Киеве на фестивале в Киевском международном университете. Также мы приглашаем наших деятелей культуры, наших режиссеров представить нашу Николаевскую область. Я хочу, чтобы большинство преподавателей, которые мы включим уже тренинги на третий международный фестиваль, и я хочу, чтобы некоторые из наших режиссеров, именно николаевских, давали в Киеве мастер-классы. Потому что Киев, как мы знаем, это, конечно, город талантов, там да. очень много деятелей культуры, которые смогут дать просто великолепные уроки, но, конечно, как этот фестиваль Николаевский, я хочу привести в Киев наших николаевских режиссеров. Олександр, з нетерпінням будемо чекати на ці заходи, на твої анонси, будемо відвідувати, ходити. Дякую тобі за чудову співбесіду, Спасибо. Що ти прийшов до нас сьогодні на ефір. Це була програма «Це вас хвилює», до нових зустрічей.